Педагоги младших классов, преподаватели средней школы, высших учебных заведений, колледжей, воспитатели детских садов всех объединил и собрал в зале городского театра почетный праздник «День учителя». В этот день педагогов вызывали к доске, но не отвечать выученный урок, а получать дипломы и цветы. За верность профессии, за победу в национальном проекте, в номинациях «Учительница первая моя», «Волшебная сила искусства» и других. На большом экране показали видеосюжеты об удивительных людях в профессии. Алла Ильенко, 54 года, помогает детям постичь математические азы. Анатолий Кислухин воспитывает настоящих патриотов. А общий стаж педагогической династии Чиликиди уже 225 лет. Дипломы педагогам вручали депутаты совета, руководители учебных заведений, почетные граждане курорта. Праздник был добрым, праздник был светлый. Мне выпала честь вручать дипломы учителям начальных классов. Для меня это было очень почетно. С особой теплотой поздравили педагогов глава Анапы Сергей Сергеев и председатель совета Леонид Кочетов. Я хочу вам пожелать в этот праздничный день, чтобы родители ваших учеников были вам благодарны за ваш труд и всегда помогали школе. Ученики становились такими людьми, которыми бы вы могли гордиться и говорить: вот этого человека учил я, учила я. Все до единого имеют отношение к учительской профессии. С праздником вас всего самого-самого! Улыбки и слезы радости вызывали трогательные номера творческих коллективов и юных солистов. Был прекрасный концерт. Звучали теплые, добрые слова в адрес учителей. Прекрасно выступали дети, порадовали абсолютно все. Праздник удался на славу. Праздник, конечно же, оставляет глубокий след и самые приятные впечатления о них. Во-первых, это праздник не только для души, праздник общения со своими коллегами, теплый, искренний. Чувствовалось только заботы. Хочется, чтобы вот это все осталось надолго и вдохновляло нас на труды. Воздушные шары, цветы, добрые слова, позитивное настроение и благодарность за труд унес бы каждый учитель.